Жители села Брядино Чердаклинского района уже несколько лет страдают от перебоев с водоснабжением. Село-станция разделено железной дорогой на две зоны. Именно под путями и проложен водовод диаметром 150 миллиметров из чугунных труб. Но существующие водопроводные сети села, выполненные из разных материалов и диаметров, находятся в аварийном состоянии. А накопительные емкости не обеспечивают нужные напоры в кранах и не соответствуют нормам по хранению запасов воды. В Ульяновске речка течет, а у нас нет. И мы выше Ульяновска на 75 метров. Да. Вот откуда у нас будет вода? Поэтому решено полностью поменять систему водоснабжения села. Это первый подобный опыт для Ульяновской области. Подрядная организация уже приступила к работам. Строительство растянется до 2022 года и обойдется в 42 миллиона рублей. Но в результате работы о проблемах с водой забудут больше 300 жителей села. Средства на реализацию проекта предусмотрены областной программой «Чистая вода». Это единственное село, где мы комплексно меняем полностью систему водоснабжения. То есть это 7, практически 8 километров водопроводных сетей, абсолютно новые скважины водозабора, новые башни. В этом году мы завершаем полностью перекладку сетей при подключении абонентов, устройство двух новых скважин, и абоненты уже увидят улучшение ситуации с водоснабжением. Проект предусматривает разделение системы водоснабжения села по зонам. В каждой будет свой источник водоснабжения, новая водозаборная скважина с насосной станцией подземного типа. Кроме того, планируется строительство станции водоподготовки для каждой скважины, установка 4 водонапорных башен и 2 водопроводов. Вода будет не только нужного дебита, но и тех параметрах, о которых мы всегда говорим и к чему мы все стремимся в каждом населенном пункте нашего района. И к 2022 году от качественной городской воды мы запитаем поселок Октябрьский, а к 2024-му, это уже на третьем этапе, поселок Мирный и наш любимый районный центр Чердаклы. Заменить водопроводные сети, водонапорные башни планируется и в других населенных пунктах региона. В этом году отремонтируют 22 водозабора, 42 водонапорные башни Рожновского и заменят 73 километра наиболее аварийных участков водопроводных сетей в 55 населенных пунктах. На эти работы только в этом году из областного бюджета направлено 323 миллиона рублей. Основная задача – обеспечить 98% населения Ульяновской области качественной питьевой водой. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.